Тысячи пенсионеров стали жертвами новой схемы мошенничества по всей стране. Преступники разводят доверчивых пожилых людей на покупку чудо-одеял и лечащего постельного белья. Естественно, за огромные деньги на деле самого низкого качества. Но главное, еще и в кредит. Что же вы с людьми так обращаетесь? С какими? Присаживайтесь. Вот с пожилыми людьми. Так, а какой у вас ко мне вопрос? Если вы введете в поисковике запрос «Сонну Белла», он предложит вам дополнить его словом «развод». И уже во вкладке «Видео» вы можете посмотреть огромное количество репортажей, в том числе федеральных СМИ, о том, что по всей стране разводят таким образом пенсионеров. Кредит на постельное белье. Столичная пенсионерка настолько сильно поверила в чудесные свойства комплекта для сна, подушки, одеяла, что не только отдала все имеющиеся при себе деньги, но и взяла кредит. Вчера клиент хотела приобрести спальный комплект путем заемных денежных средств. За сколько денег? 67 тысяч, ну, в общей сложности 68 тысяч там с копейками. Угу. 68 тысяч. А зачем вам такой комплект-то? Ну, а мне вот, да вот такая сумма хорошая, это не так часто бывает, берите, что-то мне затуманили голову, я прям вот как будто под гипнозом. А 70 тысяч для наволочки, для подушек, это вообще хорошая сумма, вы считаете? Не знаю, я сама в шоке была, когда звоню, говорю, мам, говорю, неужели ты взяла? Она говорит, ты знаешь, я сидела как в тумане, потом вышла, говорит, что я подписала договор, и говорит, меня как обухом по голове, говорит, куда я 70 тысяч, говорит, это 2 года платить, говорит. Там, и прочие многие виды. Здравствуйте. Да? Здрасте. Да. А можно комплект за 70 тысяч рублей посмотреть? Можно. А двушка у вас, да? Ага. Одеяло. На матрасник. Так. 2 подушки, 2 наволочки. Но... Они говорили натуральная шерсть. Натуральная шерсть. Но когда я потом прочла договор этот, на эти комплекты, там написано «из искусственного меха». Вот, одеяло из искусственного меха. Здравствуйте. Здравствуйте. При вас дергаю. Шерсть должна пахнуть запахом. Запахом шерсти, жженого волоса. Был недавно стоматолог, он сказал, я точно знаю, чем пахнет. Вы поаккуратнее с ними. Был сейчас какой-то обман в чем? Постоянно люди на них жалуются, что какие-то сумасшедшие совершенно кредиты берут здесь на людей. Вот, и уже с полицией неоднократно приходили, и все равно находятся те, кто... Толк в чем? Вот сейчас, слава богу... Ко мне обратилась одна из читательниц, она позвонила мне по телефону, чуть ли не со слезами, что вот, мол, пожилая мать была на улице, стояла, ее зазвали, значит, в магазин, в котором показали презентацию, и женщине вдруг почему-то захотелось купить постельные принадлежности за 70 тысяч рублей. И не просто купить, а взять на себя кабальный кредит. И женщина сказала, что читательница сказала, что они вызвали в полицию, но полиция не приехала. И сотрудники вот этой вот организации «Сонна Белла» в Сергиевом Посаде говорят, что полицейских они не боятся, что по закону у них все оформлено четко, что вы сами добровольно все подписали и, дескать, типа выплачиваете кредит. Потому что молодым это не надо. Ей нужен телефон за 100 тысяч, планшет, Таиланд, губы, татуировку. А если я спрашиваю тяжело больных людей, у пенсионеров, мне он скажет, что я уже готов отдать все, что у меня есть, лишь бы вернуть здоровье. Дело кредита либо рассрочки. Вот этим вы и пользуетесь, тем, что люди, страдающие, готовы отдать любые деньги. На самом деле это все столько не стоит. Найдите, сколько стоит. А... Это и нет продукции нигде. Я это сегодня же этим продукт. Займусь, этим вопросом. Но как здесь не кинотеатр, чтобы снимать. А мы фильм не снимаем и продавать его не собираемся. Вы можете выйти туда и снимать. Снимать здесь нельзя. А можем не выйти? А кто запретил? Запрещено, конечно. Так, а сейчас в чем вопрос? Вы скажите, о том, чтобы расторгнуть договор с вами. Договор расторгнут. Вы я вчера не письменно. Документы все бросили, к сожалению, их уже тогда утилизировали, давайте выбросили. В письменном виде, мы без напишем. Проблем, пишите. Вот сейчас да, вы без проблем, вот, а так вот вы нас выставляли за дверь, даже слушать не хотели. Для чего вы сейчас такие вещи? На самом деле весь город уже не первый раз люди рассказывают о том, что здесь просто в кабалу людей загоняют, какую-то ерунду продают за какие-то космические деньги. Женщина пожилая, пенсионерка, говорит, вот после того, как от вас вышла, звонит дочери, говорит, я не знаю, как я это буду платить, зачем я вообще это купила? Но в чем проблема? Она пришла и сделали возврат, все. Какие проблемы? Как в любом магазине. Ей сделали возврат только в присутствии нас. Вот.
Потому что она вышла отсюда и сказала, позвонила мне и сказала, говорит, нам ничего не отменяют, как бы мы оставили вещи, но платить по ходу дела все равно придется, потому что договор нам не вернули, ничего не расторгнули, придите, помогите. И только сейчас, когда мы зашли, директор сказал, говорит, нет проблем, говорит, давайте напишем. Вы у меня даже сказали, мы никакие договора не будем с вами расторгать, вы уже все купили. Вы договор тут скинули, есть камеры. Вот я не знаю, я пишешь, говоришь, блин. Все и равно, тут ты все равно заключает договора. Деньги. Кажется, уже всех у всех. У меня мама нет, у мамы нет в соцсетях. Все, я даже, понимаете? Поэтому я говорю, обратитесь к тебе со всей аудиторией. Пускай каждый придет, когда домой навестит своих родителей, там вместе живет, объяснит, что не надо ставить никакие датчики, противопожарные, какие-то протекающие, там, я не знаю, да. Еще чего-то. Когда ходят вот. По квартирам, например, впаривают копеечные датчики за десятки, а иногда и сотни тысяч рублей, просто стариков обманывают, блин. Поэтому жалко очень, когда у людей деньги уходят, особенно в непростое время, и тем более, когда они в кредит, в кабалу такой попадает. Хорошо, что есть Андрей. Да, спасибо вам большое. Спасибо.